Whatever News. Самые новостные новости о новом. И снова здравствуйте. Сегодня в выпуске. Помоги мне. Открой глаза и посмотри. Гляжусь в тебя, как в зеркало. А теперь об этих и других новостях подробнее. Госдепартамент США предупредил о возможных терактах в Азербайджане. Таким нехитрым образом правительство США продолжает обучать американцев географии. А теперь новости технологий. Мексиканцы перекидывают в США наркотики с помощью катапульты. Так вот, почему у нас была такая снежная зима. Вот где бардак, так бардак. Кубинского диссидента арестовали 3 раза в течение 48 часов. И только на 4-й раз извинились перед бедным Фиделем Кастро и отпустили старика. В Сан-Франциско начали выдавать специальное разрешение на парковку няням. И что удивительно, сразу в городе возросла продажа мотоциклов с коляской. Новости культуры. Домашнее отопление способствует эпидемии ожирения в Америке. По такой логике, российские политики обеспокоены здоровьем девушек Украины, отключили стране газ. Сенатор из Аляски прислал Бараку Обаме копченого салмона. Дорогой Барак, я понимаю, ты голодный. Мишел тебя не кормит, она занята физкультурой. Я тебе как мужик мужику говорю. Мы здесь все поднатужились от вот этого News собрались. И решили послать тебе пакет сушек, чтобы ты, так сказать, натощак не думал. А, кстати, если у тебя там салмон остался, пришли его нам. Сухарики сушили, готовились к зиме. А сейчас... самый точный трафик-репорт. Вы хотите знать о трафике на BQE, Belt Parkway, FDR? Отлично. Поговорим о трафике в Вашингтоне. Whatever News!